Добрый день, это наш видео, второй видеоотчет. Мы хотели поделиться с такими достижениями, как мой сын Айдос стал после сеанса с Давидом дистанционно, научился сам управлять мышкой компьютера. То есть он всегда нас просил, приводил за руку, чтобы мы ему поставили мультики, где ему нужно. Сейчас он сам научился управлять мышкой, какие ему нужны моменты, сам смотрит. Но от мультиков мы еще не избавились. Далее, он 2 дня тому назад, он очень сильно истерил и хотел вообще держать ручку. Я позвонила Давиду, написала ему по скайпу, он сам позвонил, мы провели сеанс. После этого сеанса буквально вечером он пришел со школы, и он сел сам сел и начал писать. Взял ручку без истерик, без каких-то не плакал вообще. Что еще сказать? Еще один момент был, он тоже в школе учительница жаловалась, что он кусал, царапался, одноклассницу укусил, и дома то же самое же. Он приходил со школы агрессивно, нас кусал, мог ущипнуть. Я тоже позвонила и написала по скайпу Давиду, провели сеанс. Он после этого перестал кусаться перестал, щипаться перестал, стал более таким спокойным. Благодарим Давида за то, что он есть. Мы верим, что наш сын станет нормальным человеком. Верим благодаря ему.